Всем привет, дорогие друзья, с вами Турбоёжик. Выживание в белом доме. Вот он, белый дом, тут мод у респаун, динозавры всякие и Настенька. Привет, Настя. Привет. Крипер. Всем Мы привет. находимся на флаге Соединенных Штатов Америки, на самой вершинке белого дома, и нам нужно как-нибудь выжить. А чтобы выжить, нам нужно спуститься внутрь белого дома. И, Настя, смотри, ты пока там стой, я спущусь, если я сдохну, ты меня тпшнешь. Или ты ко мне тпшнешься. Ладно. Ой-ой, ой-ой-ой. О, я на улице появился. Ну, кто к кому? Ну, я не знаю, я сейчас ресурсы постараюсь найти хоть какие-то. Ниточки нашел. Ну, можешь ко мне, в принципе, тпшиться. Здесь безопасно относительно. Гнилое мясо. Гнилое мясо. О, кости. Еду будем крафтить, все такое. Да, внутрь кости. Забегай, что ты за мной. Внутрь, сейчас. Внутрь, внутрь. Прячемся, закрываем двери. Фух, все, мы выживем. Давай я ниточку здесь протяну, чтобы, если что, они споткнулись и упали. Не получится. Пошли дерево искать. Дерево. А, вот дерево. Мы грифелим белый дом. Дожили. Да. Бедный Обама. Будет ходить и спотыкаться. Мы в США. USA. Кстати, дорогие друзья, знаете, почему Америка называется Америкой? Почему называется Америкой? Потому что там черные люди. Нет. Ладно. Там белые люди. Когда ее открывали, ее назвали Америкой. Почему? Белый дом. Че белый дом? Когда ее открывали, белого дома не было. Настя не знает. Дело в том, что когда Христофор Колумб открывал Америку... Америку? В да. честь этого назвали Америку. А почему Америку? Он же и Колумб. Он же не он Христофор. Открыл. Дело в том, что Христофор Колумб открыл, но был еще другой мореплаватель. Его звали Америго Веспуччи. И в честь него назвали Америкой. Америго, Америка. Несправедливость. Это география. Хотя, по идее, да, это география. Меня базилик отравил. Ой, бедняжечка. Да. Не надо было бы ходить. Ну, может, ко мне тпшиться. Эй! Так он в доме. Меня тоже отравил. Убегай! Спаси меня! Он конкретно отравляет. Он отравит, и ты не можешь двигаться. Очень медленно. Ты почти не можешь. Короче, мы должны порознь держаться. Если кого-то отравит, тпшить. Understand? Ага. Поучи, чувак. Yes, yes, yes. Давай говорить по-американски, мы же все-таки в Америке. Not. No, 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 no. What do you say? What do you say? What the fuck you? What do you say? Я собрал все твои доски. Я украду яйцо Обамы. Эй, я его сломал! Я сломал Ой, яйца ты, Обаме. Ты, ага, ты пчелка! Сломал. Я дверь открываю. Плиты. О, досок. Тут пчелка сдохла. Еще одно яйцо. Оно тпшится. Смотри. Ты знал, что яйцо тпшится? Я его даже его яйцо не видела. О, оно куда тпшилось? Иди сюда, да. Тпшись ко мне тоже. Как яйцо. Ой. Представь, что ты яйцо. Не, не хочу. Видишь там наверху яйцо? Вон там, черное. А, вижу, да. Ты ударь его рукой. Как я тебе ну, подпрыгни и ударь там. Залезь на что-нибудь. Какой? А, ударила. Теперь смотри, где оно. Где? Вот, где пчелки, вот. А, ну, ясно. Опять куда-то исчезло, где оно? Оно прям падает. Кстати, мы можем поесть попкорн, и нам будет хорошо. Хорошо. Все, мы можем бежать. Оно, наверное, туда, к пчелкам тпшнулось. Так, тут кстати, закрывай все двери, закрывай все двери. Ой, баба, базилик. Базилик меня отравил. Тпшнись ко мне. А, ты уже умерла. Мы не успеем тпшниться. Сейчас мы железную броню все сделаем. Надеюсь. А, мы не сделаем железную броню, потому что у нас камней нет. Понимаешь?
Да. А зачем нам камень? Или можно деревянной киркой добыть железный блок. Деревянный нельзя. Железный. А вот камень нужен тогда нам. Где его взять? Давай иск... А, нет, это шерсть. Там базилики. Он меня тоже отравил. Но я от него убежал. И хер тебе, давай я тебе подарю вот цветочек, жри. А Корова. мне На, цветочек. тебе тоже. Желтый. А там пчелка. Да везде мобы. А там Я тут базилик. буду Я пойду туда. иди. Будь Спасибо. здорова. Спасибо, что разрешил. Это что, печка? О, опять пчелку убили. А, базилик! Спаси меня, ТПшник! Давай. Быстрее! Где? Блин, ну почему я Я к тебе? умер. Фу, Настя. Ну ладно. Не ты ко мне Случайно. должен. Опять меня базилик отравил. Я попро... Меня тоже отравил. Но у Я... меня... Надо прыгать, прыгать. Тогда он движется хотя бы. Он меня сейчас убьет. Давай я его пну хотя бы. Не О, так, помогло. я немножко отбежала. О, я отбежала. Это хорошо. Жемчуг Эндера! Глаз Эндера! Бежим отсюда. Все. О, кошечки. Я тут дерево нашел. А я глаз Эндера. Я Камень сейчас найди, выйду. булыжник. 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 Ой. Булыжник. Сама как В доме булыжник. вот нету булыжника. Я вот похожу с кошками. С кошками. С кошками. Мои кошки. Да, конечно. Ну да. А без булыжника мы тут не выживем. Мы не сможем железо добыть. Я в доме у Крипер. Попкорн классная вещь. Эти барсики убивают пчелок, и у нас получается, что мы можем добывать попкорн. По-моему, а, вот булыжник. Все. Нашел? Ты поехали ко мне. Так, Ах, сын. черт, муравей. Ты... Нам бы тут Ой, построить. пчелка. Там пчелки. Отойди оттуда. Я кошка. И здесь пчелки. А, Ой. надо зарыться в Давай под землю. землю. Трусы. Тогда. Все. Да Фух. у меня ничего нету. Ну еще лучше. Тебе никогда ничего не было. Я не виновата, что там куча базиликов, и они меня все не убили. Что-то совсем убежала. Привет. Здравствуйте. Давайте я вам сделаю ступеньки. Эй! Спасибо. Хотя... Давайте вы мне сделаете ступеньки. Нам еще на улицу выходить, чтобы камень добыть. Так, я кирку А, сделал. так а камень? Тут только земля? Пчелка! Я вижу твой верстак. Забирай его и пошли за мной. Мы будем грызть грунт. Сейчас я Грунт. добуду камень. Давай, добывайте. Потом мы будем Барсика убивать. Базилика, точнее. Или как он там? А, вот камень. Базилик, это Есть, называется. камень один. Хе-хе-хе. Ура! Ура. А, давай тоже добывай. Я тебе досок кинул. Скрафтишь себе этот. И Верстачок сделаешь, будет в да. хорошем месте. Вот такими деревенскими методами мы добываем себе. Мы выживаем в Белом доме. Наверное, Обама тоже так жил. Копал Наверное. землю, чтобы добыть камень и убежать от пчел. Я еще буду земелькой прикрывать. Осы все-таки. Так, все, нормально. Теперь бы как бы не сдохнуть. Ты оставайся здесь, ты будешь хозяйкой дома. Я пойду на охоту. Иди. Хотя, я знаю, что надо делать.
Мы же умные люди в создании. По крайней мере, Наверное. Да. я. Я тоже умная. Да-да-да. Вообще-то Ребят, да. да-да-да, конечно, конечно. Ты умный. Я умная. В каких-то действиях. Так, нужно в Белый дом попасть. Ну, тебе камень добывай и живи здесь, короче. Пока мужчина пошел добывать ресурс. Почувствуй себя настоящей женщиной. Я и так настоящая, а не Ой, блин, игрушечная. 15 лет настоящая. Ты еще маленькая девочка. Хань, только для тебя. Угу. Для Тогда. всех, блин. Нет. Ну, давайте спросим в комментариях. А у меня железный блок. Два железных блока. Три. Супермен. Супермен ты просто. Конечно, конечно, Супермен. Не надо, Бэтмен. не камень. Ой, ну ладно, ты не будешь Суперменом теперь. У меня 6 железных блоков, ты уверена? И за мной Это... охотится пчелка. Все, у меня 9 железных блоков, я иду к тебе. меня 7 камня. Ну, тебе же не нужна железная броня. Нужна. А, ну да. А кто тогда Супермен? Ты. Умничка. Кто? Все Я что верно. ли? Ты же Супергерл. На. Да, я супер герл. О, нагрудник. Кирка. Дай меч мне. Подожди, я еще Железный. не докрафтил. На. 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 Одевайся. Шмотки. Шмотки. А, красавец сразу. Так, давай я тебе Ты тоже. половину дам. На, держи половину железа, что ты съест, крафтил хоть что-то. Меня еще подлагивает из-за этого всего. Дальше мы пойдем на охоту. Я не знаю, удачная она ли будет или нет, но хоть что-то будет. Если... Наверное. Ну, если умрем, что, умрем. Ну, мы не умрем. Давай код пропишем. А, кеп Давай инвентарь. я пропишу. Не надо, Я не знаю. надо, это нечестно. Да блин, я тебя ненавижу. Я знаю. Ты меня всегда ненавидела. Так, вот это все выкидываем. Что ты офигел? Падай туда в ямку. Лишь попкорн оставим и землю немножко. Вот это тоже выкинем. Лыжник еще пригодится, железо тоже. Да, у меня деревянная кирочка. Давай бедро, когда будем... Ведрок? Зачем? Не знаю. Просто... А, у нас тут уже скелет А, у еды... заспавнился. А еда есть? Не, еды, к сожалению, нет. Жаль. О, отойди. Что? Дошла? Там. О, мы дома. В смысле дома? А. Заходи. Я боюсь. Кинотеатр! Ищи ценные ресурсы, Кинотеатр. чтобы нагрифирить. Тут ничего нету. Будь наготове. Мы держимся рядом. Если моб, мы его мочим вместе. Да-да, я поняла. Здесь нету пока... А, пока что дома. Ну, дерево можно хотя бы добыть немножко. А вот железо. Но нам железо не нужно. Нам сейчас нужно Барсика убить хотя бы одного. Ты Ну, где давай. вообще? А, ты в той комнате. Я два железных блока на всякий случай захвачу. Пригодятся. А где вход в кинотеатр? Нету. А, вон, наверное, в И углу, по-моему. нету здесь. А, вот здесь, да. Нам нужно еще эту еду добыть. Тогда я Смотри, скоро тут свет можно бегать здесь. включать. Отойди. Да я знаю. И выключать. Молодец. Так, Картин. еда. О, Блин, пчелок можно много. было картинки кушать. Картинки дожили. Настя хочет жрать картину. Ты где вообще? Ну, я Меня тут.
В подвал можно отпуститься. меня 2 хп. Это очень плохо, потому что мне нечего жрать. Сейчас я добуду что-нибудь. А, вон пчелку убью. Пойдем. А, ты не сможешь. У тебя 2 хп или 2 еды? 2 хп? Ну, я пойду сам убью Четыре еды. пчелку. Я не знаю, смогу ли я ее убить. По-моему, нет. Она слишком крепкая. Те, кто ее знает. Я что же не... Ай-яй-яй. Быстрее тпшни меня к себе. Тпшни меня к себе. Сейчас. Не тебя ко мне, а меня к себе. ТП, Турбо, Сали Дели. Угу. Умничка. А где я был? Там. Умничка, умничка, умничка. Дверь закрою. Уходи, дверь за... ТПшни меня к себе. Я теперь другой. Мне не нужен больше твой. Номер в книжке записной. Натерпелась, наждалась. Я любовью обожглась. Но теперь я наконец-то будто снова родилась. Да. Фу, Максим ты... твоя. Это не Максим, это... Максим это. Нет, это Женя Отрадная, во. А, точно, я их все время путала. Че путаешь? Кстати, знаешь, не зря я железные блоки оттуда украл. Теперь у меня нету меча, и я сейчас его крафтить буду. Все из-за того, чтобы добыть Настеньке еды, я рискую жизнью. Ты такой отважный. Я не знаю. Она от меня убегает, пчела. Убегает? Реально она пчу, поперла куда-то. Блин, тпшь ты меня к себе. Да. Я лучше открою дверь. Собирай ресурс. Ты убил пчелку? Нет, еще. Еще один удар! Собираю, ты пока... Есть, я его убил! Убил, 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 все. Мы победили. Пошли туда, я тебе дам. Да. Чего? Тебе 15 лет, что? Дура. Я тебе дам ресы. Ты че? Ты о чем думаешь вообще? Это ты что говоришь? Я сказала, пошли, я тебе дам ресурсы. Что еще можно подумать? Это, об этом думают только плохие мальчики. Ой, ой, пошли тебе дам. Больше на не говори так. Железа. Только я, блин, что непонятного? Так, да я шучу, блин. Ты не понимаешь, издеваюсь над тобой. Так, у тебя еды нету до сих пор? А у меня вкусный попкорн. Ням-ням-ням. На, держи половину. Ой, даже больше половины кинуть. Сколько так, он там наладит? Он, о, слабо пополняет. Поплохел. Да? Сахар. Сахар. Блин, вот боже, можно было бы сахар есть. Нет, нельзя. Пошли со мной. Ох, какие мы быстрые. Да? Да. Я слышу пчелок. А мы можем вдвоем убить одну пчелу? Не знаю, у меня пополняется. Барсик! Ой! Уйди отсюда, чувак, не нарывайся на скандалы. Стой здесь, стой здесь. Я сейчас попробую убить Барсик. Я еще кис, немножко лагаю. Я знаю, как его убить. Как? По мне хвосту нужно... бить? Нет. По голове. Тихонечко. Ясно как. Никак. Он нас убьет всех. Я тпхаю тебя. Да. Турбокс. Молодечко. Где я был? О-о, нам конец. Надо Барсика отвлечь оттуда, чтобы он... А, я его не туда отвлек. Тпхай. Зря ты меня тпхнула, потому что я уже отравлен. А где мои ресы? Он около двери теперь встал. Вон там. Вон там он. Он вот около двери теперь. Я вижу. Вообще. О, он... О, ты почти собрал свои ресы. Да я не могу двигаться. Теперь могу. А ты где он? Травил. Так он уже убежал, он около двери был. Трусишка. Я? Нет, Барсик. Ну, я тоже. Потому что меня еще лагает. Потому что много мобов.
Ну, конечно, много мобов. Мы не можем Бартика замочить какого-то, а ты... В железной броньке. Тут нужно ультимат. Как минимум. Я кирку потерял. Надо? У меня две. А, значит, она у тебя, и ты мне ее не отдала. Почему у меня два меча? Нет, у меня железная и каменная. Давай каменную. Жило. Могла бы железную дать. Ты попросил каменную. Так, ладно, пошли искать. Нам нужно убить Барсика, чтобы добыть изумруды. Без этого мы не выживем, хорошо. Почему здесь шахты нет? Сколько яиц тут? Тю-тю! Вон оно. Я вижу. Это Обама тут занимается спортом. О, алмазы! Давай мне железную кирку, блин, взяла, украла у меня. Теперь я не могу добывать алмазы. Все, дерешься. В туалет пригодился. Ты не сдохни только с этими алмазами. Все, что нужно сделать, чтобы счастливо сделать Настик. Алмазы, блин. Да ладно, вообще-то нет. Не особо алмазы. Настоящие. Да куда уж настоящие. И ржать. Майнкрафтовские тоже. Алмазики нашла. Ты нашел. Мы теперь супер гриферы. Слушай, супер гриферы. У нас досок нету. А причем. А, для меча. Причем тут доски? Без досок ничего. А в алмазной мы его сможем замочить, наверное, Бартик. Тебя вряд ли. Я на это надеюсь, если меня не будет лагать. Ну, либо он нас замочит. Ну да. Зато мы... О, Кость. Костя. Давай алмазы крафтить будем. На тебе еще 5 штук. Зачем мне 5 алмазиков? У нас миллиарды алмазов. О, у меня стак. У меня 45. Ну, крафти тогда себе. Я тебе половину отдала. Крафти броньку обязательно, и потом оружие и инструменты. Ну, как обычно. Я в курсе. Ты знаешь, как крафтить броню? Можно поднимать? Чё? Ты помнишь, как крафтить всё это? Господи, я чё? Да. Ты чё? Нет. Ничего, я умею крафтить броню. Я не забыла. Она умеет крафтить броню? Тоже ли? Только умею, что тебе не нравится. Докажи. Чем? Скраб. Вот бы еще зачаренная была, это вообще бы было классно. Губу. Раскатала губу. Ну да, я могу себе позволить это. Позвольте, можешь себе. Как-нибудь книжечку. Так, тебе палочки? Зачарить? Да, палочки. Я суши хочу поесть. Жри. Свои суши. Я тоже я люблю суши. Я делаю. Такую огромную пиццу сегодня заказал. Ну, точнее, вчера заказал, сегодня уже все съел. Ты ее каждый день заказываешь? Да не, это вчера только было. Ну, еще когда-то было. Ну, когда-то, блин, месяц назад. Тот раз, я не помню. Когда-то не считается. Так, у нас с едой опять проблема. Когда-то в старое доброе время, да. Так, ну что, пошли охотиться. Пошли сейчас. О, Барсик. Ты знаешь, что делать? Не знаю. Бежать! Мы его должны убить как-то. Ну, я не знаю. Я даже разгоняться не могу. Ну что? Ну что? Он не бьется вообще. Ты пахай меня к себе. Поздняк. Так я около него тоже. Эх, зачем? Ты пахай еще. Меня убили тоже. А, все, мы потеряли я алмазы. Я тебя только тпхнула и меня убили. Да пошли, я знаю, где он. Нам нужно. Ох, там Барсик еще один. Я прыгаю. Меня отравили. Там прямо у входа Барсик, но я сейчас в окно залезу. Где зомби? Да ничего страшного. Я же супер попрыгунчик. Ау, я уже не допрыгну. Давай стекла сломаем. Я так и хотел, но я туда залезть не могу, потому что нечего подставить. А-оу.
А шерсть слабо, да. Отравили меня, Было. стой. Отойди от меня лучше, я тебя тоже убью. Барсик, только не кусай меня. Только не кусай, только не кусай. Ой. Почему он так сильно отравляет? Что ты не можешь Че? двигаться? Плохая была идея атаковать Барсика. Угу. Я говорю, нужны хорошие броники. Мы им сносим всего лишь по 5 хп. Фух, я вырвался. Кстати, нам нужно туда, где Барсик. Только там, К нахуй. тебе Блин. добраться? Если хочешь, да. Здесь безопасно. А, осы. Где-то там были. А мы тут умерли-то. Ну, ищи ресурсы. А я что делаю? А вот и они. Ай, у меня зубы болят. Выбить тебе их надо. Ай, больно. Очень больно. Топорики, собирай все, даже гнилую плоть. И пошли сюда. Подождите, я ищу. У меня ничего нет, все. У меня только нагрудник. И алмазный меч. И попкорн еще есть. Так, держи. Штаны вот. А меча у тебя нету. Точнее, Есть в он не у руках. меня. А ты еще железное свое не выкинула. Да. Еще половину алмазов держи и половину железных блоков. Ну, давай я тебе половину Зачем? еды дам даже. Так, у меня два попкорна есть. Ну, теперь у тебя будет чуть больше. Пошли отсюда. Пошли на улицу, там, где барсиков нет. Они там есть. Я не знаю, что еще нам делать. Тут не выжить. Поешь попкорн. А у меня здоровье, ну, еда полная. Или ты имеешь в виду съесть, чтобы прыгать? Да, давай пчелок убивать вдвоем. Иди сюда. Ты где, блин? А, пошли. Тут их много только. Бегу. Пошли одиночную найдем, вот Давай на увидишь. одну. Хи-хи-хи, бз-бз-бз, иди сюда. Бз-бз-бз-бз-бз. Так. Это не меня бей. В Я этом не твоя вижу. проблема. Ты когда дерешься, ты бежишь прямо на моба и тебя бьют. Нужно чуть-чуть стороночки. Стороночки, сдохни. Хе-хе. Эй. Жрем. Сколько у тебя? Дай поделись. 6. У меня два. Мы еще золото выбили. Да. На какую пойдем? Не знаю, пойдем вон на ту. Он кошечкам пристает. Киски. Давай на эту. Она меня не пс. Я больше тебя бью, чем ее. Я тебя тоже бью. Да я понял уже. Вот она уже почти половина, 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 половина. О, Ой! вторая! Я... Беги. Я их отвлеку. Их тут миллиарды. Я их Ой, на отвлеку. меня загрелось. Ой, Настя, ты чё это? Так, сейчас. Ты пахайся быстрее. Ты пахайся ко Ой, мне. блин. Ты пахайся еще раз и забирай, убегай. Убегаю. Убегаю, забираю, убегаю. Угу. Все, стой там. А, прячься, прячься, прячься. Прячься куда-нибудь. Ты пыхайся еще раз. Я там. Убегай, убегай куда-нибудь. В безопасное место. Так вещи-то... Так, смотри. Ты, когда умрешь, возродиться не нажимай. Поняла? Ага, ладно. Ты уже убежала. Нет, ближе к вещам подойди и умри там, чтобы я мог Ага, допыхаться от тебя. ладно. Тут они везде разбросаны вещи. Ну вот, посерединке стань куда-нибудь. Вот еще куча вещей вот здесь у Да меня. собери тогда и уже убегай, если пчелы не мешают, ходят там. А, все, давай ты Не пахайся. нажимай возродиться. Я не нажимаю. Ой, я сам сейчас умру.
Так ты умер, я еще не возродилась. Не возрождайся. Я не возрождаюсь. Ты пыхайся Ну, с бровища и под землю тогда иди. легко сказать. Там почти все вещи, которые... Нифига, я сейчас знаю, куда идти. Я убежал вроде. Что мне? Нажимать кнопку? Нет, ни в коем случае. Ну ладно, я буду ждать. Жди, детка. Опять детка. Ну, малышка, ладно. Нет, не малышка. Все, а, нет. Ну, может и пахать, в принципе. Я нажимаю кнопку. Да, и ты пахаешься ко мне. Да. Так. Солиделик турбо, да? Туалетик. Так, туалетик, слушай, на, держи тебе немножко ресов. И вот из этого сделай себе. А, блин, мне тоже меч сделай. У меня Да, меча нету. верстак. Меня ничего нету. Да у тебя полный сет брони. Только это. Хоть что-то. Я пойду еще попытаюсь забрать, пока там не выходи. А если тебя убьют? Ну не убьют, что первый раз? Твои железные штаны мне надоели, они везде. Я бы их выкидывать. Все, я все забрал. Тебе тпшнуть? Нет, я уже тут. Он молодец. Так, держи свои штаны, и этот. Это мне. Это тебе. Это тоже тебе. Вижу Шесть стак. железные штаны, которые никому не нужны. И тут тоже Зачем сохранил. мне железная дверь? Я вот не знаю. Подарочек. О, у Спасибо. меня 16 попкорна. Там мои должны быть еще сколько-то. 16 штук. Нет, не 16. Ты все припрятала. Я с тобой делилась, помню. И по... У меня было 5, а у тебя 10, значит. А у меня 6 было. А, не. Слышь, я не помню. Вот тут одинокая пчелка дома. Ты убежал. Потому что я убиваю пчелку. Ну, либо она меня. Ты ее. Я ее убил, да. Право. Я молодец. Чем? Молодец. Ну, потому что. Так, тут красивый дом, красивый зал. Кирпичики. 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 Кирпичи. Ну, в принципе, мы уже в алмазных сетах ходим, но это нам никак не помогает. Если мы не Которые убьем украли в Барсика, у нас не будет ничего. туалете. Которые украли в туалете. Туалете. Ты украл, я подобрала. Я просто пчела опять. Тпхай меня к себе как можно быстрее. Поздно. Поздно, все, мы потеряли все Да, вещи. Ну, в ничего. принципе, ничего страшного, потому У что меня 27 алмазов. на этом у нас и заканчивается летсплей сегодняшний. Поэтому спасибо за просмотр и всем пока, дорогие друзья. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях вашего любимого моба. Меня опять убила пчелка. Всем пока. Пока. Пока, Настя. Пока.